Всем привет! Это третья часть мастер-класса «Зайка из полухлопка». Сегодня мы с вами будем вязать одежду для зайки. Меня еще в комментариях попросили связать какую-нибудь обувь. Свяжем вот такие босоножки. Мастер-класс на бабочек, будет ссылка в описании. Это не мой мастер-класс. Если захотите бабочками украсить, как я. Приступим. Начнем с комбинезона. Оставляем ниточку подлиннее, чтобы потом сделать завязочки на комбинезоне с одной стороны, чтобы не ввязывать новую ниточку. И набираем 28 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Делаем одну воздушную петлю подъема, во вторую петлю от крючка вяжем столбики без накида по цепочке 28. Раз, два, три, четыре, пять. И так до конца цепочки. 28 столбиков без накида. Так, провязали 28 столбиков до конца ряда. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем, начиная с самого первого столбика, вяжем 28 прибавок полустолбиками с накидом. Накид и провязываем 3 петельки. Полустолбик с накидом. Так делаем 28 прибавок. Первая прибавка. Вторая, третья, четвертая. То есть в одну петлю вяжем 2 полустолбика с накидом. Пятая. И так до конца ряда 28 раз. Так, провязали 28 прибавок полустолбиками с накидом. У нас получилось в работе 56 петелек. Дальше нам надо провязать 2 ряда 56 петелек полустолбиками с накидом. Что мы делаем? 2 воздушные петли. Начиная с первой, полустолбиками с накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Так до конца ряда 56 полустолбиков с накидом. Потом в конце ряда, это будет третий ряд у нас, в конце ряда мы делаем 2 воздушные петли, разворачиваемся и провязываем еще 56 полустолбиков с накидом. Это четвертый ряд. Так, провязала я третий и четвертый ряд по 56 полустолбиков с накидом. Дальше у нас вязание пойдет просто столбиками без накида. Сейчас будем вывязывать рукава. Делаем воздушную петлю. Разворачиваем работу. Провязываем 6 столбиков без накида с самой первой петли, ничего не пропуская. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше делаем 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так,
9 воздушных петель сделали, теперь нам нужно пропустить петельки на самом изделии, но пропускаем мы не 9, а 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, в 13-ю вяжем столбик без накида. 20 столбиков без накида надо провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Делаем опять 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять 12 столбиков на работе пропускаем в 13-ю. В 13-й столбик начинаем вязать с 13-го 6 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот 13-й. Вяжем в него первый столбик без накида. Дальше 2, 3, 4, 5, 6. Делаем петлю подъема, разворачиваем, и в обратную сторону нам надо провязать 50 столбиков без накида, но уже по цепочке. То есть мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И по цепочке надо провязать 9. Вот первое. Не теряем их. 1, 2, 3, 4. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Это уже 15 столбиков без накида у нас провязано. Дальше вяжем 20 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Опять по цепочке вяжем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. И остается 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Это был 6-й ряд. Делаем петлю подъема, разворачиваем. Сейчас будем делать прибавки. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем прибавку. Дальше вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем прибавку. Дальше 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 18. Делаем прибавку. 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавка. И 5 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля подъема. Разворачиваем и провязываем без изменений ряд 54 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем до конца ряда. Так, провязали 54 столбика без накида. В конце ряда делаем воздушную петлю. Разворачиваем, вяжем 9-й ряд. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. Дальше 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавка. 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Прибавка. 9 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прибавка. 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Воздушная петля подъема. В обратную сторону вяжем 58 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. До конца ряда 58 столбиков без накида. Так, провязали 10 ряд, 58 столбиков без накида, вяжем 11. Петля подъема, 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прибавка. Вы смотрите, вот этими прибавками ими регулируется ширина. Вы можете мерить зайку, делать ее больше, меньше прибавок. На этом этапе, кстати, можно соединить в кольцо соединительным столбиком и по кругу платьице начать вязать. Там попышнее 3 столбика в одну петлю, там полустолбика с накидом, столбика с накидом. Это такое базовое. Можно сделать маечку и потом отдельно связать штанишки. Так. 7 столбиков прибавка. 9 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прибавка. 22 столбика без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. Прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Прибавка. 9 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, прибавка, 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Воздушная петля. 12 ряд вяжем разворот, 62 столбика без накида.
Раз, два, три, четыре, пять. Так, до конца ряда вяжем. Провязали 12 ряд, 62 столбика без накида. В конце ряда воздушная петля, разворот. Сейчас вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка, 3 раза. Раз, два, три, четыре, пять. Первая прибавка. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая прибавка. Раз, два, три, четыре, пять. Третья прибавка. Дальше вяжем 26 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26. Дальше вяжем в обратном порядке. Прибавка, 5 столбиков без накида, 3 раза. Прибавка, 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка, 1, 2, 3, 4, 5. И третий раз прибавка. Раз, два, три, четыре, пять. Воздушная петля, разворот. И теперь нам два ряда надо провязать 68 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. До конца ряда вяжем 68 столбиков без накида. Делаем петлю подъема, разворачиваем. Это будет у нас 14 ряд. И на 15 ряд тоже вяжем 68 столбиков без накида. Так, провязала я 14-15 ряд. Дальше вяжем 16 ряд. Воздушная петля. Вяжем также 68 столбиков без накида до конца ряда. Но здесь уже воздушную петлю мы не делаем. Провязываем последнюю петлю. Сейчас я провяжу 68 столбиков без накида. И дальше будем соединять. 2, 3. До конца ряда 68 столбиков без накида. Так, 16 ряд. 68 столбик последний. Соединяем. Сюда в воздушную петлю делаем соединительный столбик. В эту же петлю начинаем вязать 34 столбика. Так, не в эту же, в соседнюю. 34 столбика без накида. Раз, два, три, 33, наверное, 4, 5, 6,
7. Соединительный просто посчитаем за первый. Всего 34. Соединительным. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27. 8, 29, 30, 31, 32, 33. Так, давайте положим. Это у нас должно получиться. Серединка плюс-минус. Вот. Серединка, да? Теперь мы будем вывязывать отверстие для хвостика. Провязали. С соединительным столбиком 34 столбика без накида. Делаем петлю подъема, разворачиваем и вяжем в обратную сторону 68 столбиков без накида. До конца ряда вот будет последняя вот эта петелька по кругу. 68 столбиков без накида. Так, вот моя последняя 68 петелька. Делаем петлю подъема и разворачиваемся в обратную сторону. Также вяжем 68 столбиков. Доходим до конца ряда. Опять петля подъема, разворачиваемся. Нам нужно связать таких 8 рядов. Вот первый мы связали. Еще 7 раз. 2, 3, 4, 5. То есть по кругу до конца ряда 68 столбиков. Петля подъема, разворот в обратную сторону 68 столбиков. Так надо сделать 8 раз. Первый есть, осталось 7. Так, смотрите. Вот я провязала 8 рядов, последний восьмой, 68 столбик без накида и в воздушную петлю, в петлю подъема соединительным столбиком соединяем, делаем петлю подъема, разворачиваем и вяжем 68 столбиков без накида. Два, три, четыре, пять. До конца ряда вяжем. Так, смотрите, 68 столбик провязываю и делаю соединительный. Вот у меня воздушная петля. Делаю соединительный столбик, петлю подъема и разворачиваю. И опять же в обратную сторону 68 столбиков без накида. Дохожу до последней петельки, в воздушную петлю делаю соединительный столбик, петлю подъема, разворот. Так нам надо провязать 8 рядов. Первый ряд провязали, второй сейчас пойдет. Вот второй. До конца довязываем. В воздушную петлю делаем соединительный столбик, петлю подъема и вяжем в обратную сторону, разворачиваем. Можно, конечно, было бы вязать просто по кругу, но
для того, чтобы наш узор не поменялся, мы будем вязать поворотными рядами и соединять столбики. Так нам надо всего 8 рядов провязать. Первый провязали, еще 7 рядов. Так, вот 8-й ряд я заканчиваю. 68-й столбик, соединительный. И отрезаем ниточку, вытягиваем. Так, дальше что мы делаем? Мы определяем центральные 6 петель, задние 6 петель. Это у нас будет между ножек. И остается у нас по 28 петелек на каждую ножку. Сейчас. Вот. То здесь у нас сейчас будет 1, 2, 3 петельки. В четвертую ввожу крючок, ниточку и провязываю соединительный и в эту же, ну, закрепляю ниточку и в эту же петельку столбик без накида. 1, 2. Так, нет, стойте. Начнем с этой стороны, потому что нам надо с изнанки начать вязание. Закончили мы лицевым рядом. Сейчас 1, 2, 3. В четвертую, чтобы рисунок не менялся. Закрепляем. В эту же петельку первый столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Это наша ножка. Делаем петлю подъема, разворачиваемся и в обратную сторону. Я буду вязать только 2 ряда, потому что у меня высокие босоножки и надо сделать коротенькие штанишки. Здесь у меня провязано 5 рядов на ножку. Можно сделать 10, чтобы сделать отворотик. Там уже смотрите сами. С одной стороны провязываю я 2 ряда, потому что босоножки будут. И с другой стороны также с изнанки ввожу ниточку и провязываю 28 туда, 28 обратно. Между ножками по 6 столбиков. Итак, смотрите, провязала я 2 ножки. Со второй ниточку не отрываю. Мы начинали вязать с изнанки. Нитка у нас стартовая, с лицевой мы ее наизнанку выводим, обрежем, мы их потом спрячем все. Выворачиваем наизнанку. Так. Выворачиваем. Ниточки наизнанку складываем
и прошиваем соединительными столбиками. Сшиваем. Можете взять иголку с ниткой, сшить. Сшиваем до конца. Ниточки вот эти все прячем, обрезаем. Дальше мы оставляли длинную ниточку. Сейчас мы провяжем цепочку из воздушных петель для завязочек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 4, 35, 36, 37, 38, оставляйте длиннее, 39, 40. Кончик обрезаем. Так. И со второй стороны. Вводим. Закрепляем и также 40 петелек набираем. 1, 2, 3. 40 провязала я. Обрезаем эту ниточку сзади. Фиксируем узелочком. Я ее спрячу. Все спрятанные ниточки я проклеиваю. Потом уже проклею. Так, смотрите, довязала я, пришила бабочек. Надела уже. Я, конечно, их отпариваю еще. Потом сниму, отпарю. Вот такая красота получается. Сейчас будем вязать сандалик. Белый джинс. Так, бабочка на сандалик. Маркер. Где фокус? Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую петлю вяжем прибавку. 1, 2. Там мы вяжем подошву. Таких надо 4 штучки. Так. Сейчас я маркер. Прибавку. 2 столбика без накида. По цепочке вяжем. Последнюю петлю вяжем 4 столбика в одну петлю без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше по цепочке вяжем 2 столбика без накида. По другой стороне 1, 2. И в последнюю петельку вяжем прибавку.
крючок переодеваем, ой, маркер переодеваем. Я всегда маркер ставлю в последнюю петлю ряда. Так, дальше вяжем 2 прибавки. Раз прибавка. 2 прибавка. Получилась петелька. Потом спрячу. 2 столбика без накида. Из джинса иногда получаются вот такие, вылазят петельки. Так, 2 прибавки, 2 столбика без накида, 4 прибавки. Раз. 2. 3. 4. 2 столбика без накида, 2 прибавки, 1, вот видите, на крючок не надевается полностью, поэтому как затяжки получается. 2 прибавка. Следующий ряд вяжем. 1 столбик без накида, 1 прибавка. 2 раза. 1 прибавка. Столбик без накида. 2 прибавка. 2 столбика без накида. Дальше. 1 столбик без накида, 1 прибавка. 4 раза. Столбик без накида. 1. Прибавка. 2. Столбик без накида. 3. Прибавка. Столбик без накида. 4. Прибавка. 2 столбика без накида. И столбик без накида, прибавка 2 раза. Столбик без накида. 1 прибавка. Столбик без накида. 2 прибавка. Следующий ряд вяжем. 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. 1, 2. 1 прибавка. 1, 2. 2. 2 столбика без накида. Дальше вяжем 2 столбика без накида, прибавка 4 раза. 1, 2. 1 прибавка. 1, 2. 2 прибавка. 1, 2. 3 прибавка. 1, 2. 4 прибавка. 2 столбика без накида. И 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. 1, 2. 1 прибавка. 1, 2. 2 прибавка. 2. Вяжем последний ряд. 3 столбика без накида, прибавка 2 раза. 1, 2, 3. 1 прибавка. 1, 2, 3. 2.
2 столбика без накида, 3 столбика без накида, прибавка 4 раза. 1, 2, 3. Первая прибавка. 1, 2, 3. Вторая прибавка. 1, 2, 3. Третья. Раз, два, три, четвертая, 2 столбика без накида, 1, 2, 3 столбика без накида, прибавка 2 раза, 1, 2, 3. Прибавка. 1. 1, 2, 3. Прибавка 2. Так, дальше, чтобы у нас не осталось вот этой ступенечки, мы делаем соединительный столбик, обрезаем ниточку, вытягиваем. Смотрите, сделали вот наш соединительный столбик, пропускаем одну петлю, во вторую петлю с изнанки вводим крючок, захватываем нитку, вытягиваем ее. Вытянули. Дальше в петлю соединительного столбика, тоже с изнанки, в серединку петли вставляем крючок, захватываем ниточку и также вытягиваем. Мы сымитировали еще один фокус, где столбик. Вот он. И у нас получился ровный краешек. Все, обрезаем ниточки лишние, одну на вторую. Берем две половинки, соединяем их вместе, ниточку, и будем соединительными столбиками. Вводим в одну петлю на одной половинке и во вторую на другой. Протягиваем ниточку. Дальше. Следующая петля. В каждую петельку не пропускают, соединительный столбик туговато. Следующую вытягиваем просто соединительными столбиками. Так вот сшиваем две детальки. Еще раз. На одной половинке петелька, на второй половинке захватываем и провязываем соединительный столбик. Еще раз. Соединительный столбик. Вот у нас получается тут сверху косичка такая. Обвязываем полностью, сшиваем две детальки. Так, провязала я последнюю соединительную петельку. Переворачиваю. Смотрю дырочку, в которую заходил первый вот этот вот хвостик, когда мы начинали вязать. Ввожу
крючок через две стельки, захватываю ниточку эту, вывожу сюда, завязываю узелок. Обрезаю, ввожу крючок куда-нибудь, выхожу вот в эту дырочку и прячу хвостики. Теперь поворачиваем стелечку к нам той стороной, где у нас образовывались петельки. Вот эти вот петельки при сшивании столбиками без накида. Смотрите, вяжем переднюю шлейку. Вот эту. Выделяем в серединке носика 16 петелек. Вот. 16 петелек у нас будет между шлейками с одной и с второй стороны. Берем голубую ниточку. Вводим крючок в косичку, с помощью которой сшивали. Так, это раз 16. Здесь у меня закончилось, значит, я еще раз 2 отступаю. И в третью. У нас из 3 петелек будет состоять шлейка. В третью ввожу, фиксирую. Полустолбиками с накидом будем вязать. Делаю петлю подъема. И в эту же петельку провязываю полустолбик с накидом первый. Дальше их сложновато будет подцепить. Вторую петельку и третью петельку. Две петли подъема, разворот и полустолбиками с накидом 3 столбика. Раз, два, не цепляется, 3, 2 петли подъема и опять в обратную сторону 3 полустолбика с накидом, 2, 3. Сколько по количеству рядов, я вам сказать не могу, у всех получится по-разному. Что мы делаем? Берем нашу ножку, ставим зайку и примеряем. Так, провязала я. У меня получилось 12 столбиков. Ниточку обрежем, потом ее спрячем. У меня получилось 12 столбиков. Так, вот здесь вот у нас будет ножка, а это подошва. Что мы делаем? Мы обворачиваем с этой стороны. Видите? Ножка у нас вот так будет, а мы вот сюда оборачиваем. Так, нам надо отсчитать 16 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так.
16 отсчитали. И вот это вот у нас 1, 2, 3 петельки на шлеечку. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, да. Что мы делаем? Просто соединительными столбиками. Просто чтобы это было с изнанки, а не с лица. Поэтому мы так обернули. Вводим крючок в эти косички, которыми мы сшивали подошву. Это будет не очень просто. И соединительными столбиками. Так. 1. Так, и не с той стороны немножко. 1, 2 в одну петлю на подошве, в другую петлю на шлейчке входим и соединяем. 2 и 3. Соединительный столбик отрезаем, все выворачиваем. Вот наша шлеечка, то мы спрячем ниточки все в подошву. Так, спрятала я в подошву. Теперь здесь нам нужно выделить центральных 13 петелек. На глаз. Сейчас мы попробуем сюда. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6 заканчивается здесь. И 1, 2, 3, 4, 5, 6 заканчивается здесь. Все, отлично. Значит, вот с этой петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Все правильно. Начнем вязать пяточку. Тоже полустолбиками с накидом завязываем петельку, делаем петлю подъема и в эту же петельку полустолбик с накидом. Первый, дальше второй, третий. Под камеру вообще неудобно, не видно. Четвертый, пятый. Шестой. Седьмой. Вообще не видно. Восьмой. Так, набрала я 13 петелек.
под камерой очень сложно это делать. Делаю две воздушные петли. Дальше первую петлю мы пропускаем столбиками без накида, вяжем во вторую 12 столбиков. Со второй петли вяжем 12 столбиков без накида, полустолбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Две воздушные петли, разворачиваемся. Опять первый столбик пропускаем, со второго столбика вяжем 11 полустолбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Две воздушные петли. Снова первый пропускаем, со второго вяжем 10 полустолбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Так, две воздушные петли разворачиваем, первый пропускаем, вяжем 9 полустолбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. Две воздушные петли. Вяжем последний ряд. Первую пропускаем, со второй 8 полустолбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Сразу же, не отрывая нити, вяжу 60 воздушных петелек на завязочке. Так, смотрите, провязала я эту, сюда новую ниточку ввела, провязала вторую. Сейчас мы ее спрячем. Так вот туда-сюда спускаю вниз. Сюда спускаю вниз, фиксирую здесь куда-нибудь, в какую-нибудь петельку. Узелочком. Только смотрим, чтобы не натянулось. И прячу в подошву. Тоже ниточку, с которой начинали вязание, фиксируем узелочком и прячем в подошву. Там, смотрите, пришила я вторую бабочку. Вот такие сандалики у нас получились. Теперь будем вязать повязку. Я уже набрала тут цепочку из 98 воздушных петель. Набираем
Дальше. Провязываем одну воздушную петлю. Во вторую петлю соединительный столбик. Соединительный. В следующую столбик без накида. В следующую один полустолбик с накидом. В следующую столбик с накидом. Раз. В следующую столбик с накидом. Два. В следующую петельку столбик с двумя накидами. Раз. Второй столбик с двумя накидами в следующую петельку. Дальше в следующую петельку столбик с одним накидом. Следующую столбик с одним накидом. В следующую полустолбик с накидом. В следующую столбик без накида. И в следующую соединительный столбик. Так. Провязали. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Значит, вяжем теперь 74 столбика без накида по цепочке. Раз, два, три. Вяжем по цепочке 74 столбика, и у нас должно в конце остаться 12 петелек. Так, провязала я 74 столбика. Вот у нас осталось 12 петелек. Вяжем соединительный столбик. Дальше. Так. Столбик без накида. Дальше полустолбик с накидом. Дальше столбик с накидом, раз, столбик с накидом, два, столбик с двумя накидами, раз, столбик с двумя накидами, два, столбик с одним накидом. Раз, столбик с одним накидом. Два, полустолбик с накидом. Столбик без накида. И соединительный столбик. Так, переворачиваем на другую сторону и в тот же, в первый столбик соединительный вяжем. Так, во второй столбик без накида. В следующий полустолбик с накидом. Дальше столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. Два. Столбик с двумя накидами. Раз, столбик с двумя накидами. Два, столбик с одним накидом. Раз, столбик с одним накидом. Два, полустолбик с накидом. Столбик без накида. И в последнюю соединительный. Дальше по этой же стороне вяжем 74 столбика без накида. Итак, провязала я по второй стороне 74 столбика.
Вот наш первый лепесточек. Дошли мы до второго лепесточка. Вяжем соединительный столбик, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, раз, столбик с одним накидом, два, столбик с двумя накидами, раз, столбик с двумя накидами, два, столбик с одним накидом, раз, столбик с одним накидом, два, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом. Смотрите, аккуратно, не пропускайте петельки. Столбик без накида. И в последнюю соединительный столбик. Еще один. Отрезаем. Прячу ее сзади. Хвостики все фиксирую потом на клей. Опять куда-то убежал фокус. Если там что-то без фокуса снято, я просто не знаю, неудобно смотреть и вязать одновременно. Я все, в принципе, проговариваю. Если что-то непонятно будет, спрашивайте в комментариях. Так. Все, как видите, завязала я повязочку, ну, обычный узелочек. Вот такая малышка у нас получилась. Целая компашка. Если вдруг захотите связать корзинку, как у этой зайки, я оставлю мастер-класс на корзинку под видео. Мастер-класс на бабочке я тоже оставлю под видео. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. И пока.